Уходящий год стал для единороссов крайне насыщенным и плодотворным. Позади у партии более 70 избирательных кампаний. В ходе выборов в органы местного самоуправления партийным выдвиженцам удалось завоевать более 60% мандатов. Однако на этом выборная работа «Единой России» не заканчивается. Еще 4 кампании, того в этом году партия «Единая Россия» приняла или примет самое активное участие в 75 выборных кампаниях, более 300 кандидатов, более 300 мандатов, соответственно. За посты глав сельсовета в минувшем году боролись 14 единороссов. 9 из них одержали победу. 150 кандидатов партии вошли в совет депутатов местного уровня. В октябре этого года партийная борьба шла в Акбулакском и Матвеевском районах. Мы работали совместно с нашим активом «Единой России», совместно с избирательными комиссиями. Конечно, это результаты упорного труда и политсовета «Единой России» в Акбулакском районе, и нашего актива активистов «Единой России». Ну вот, поэтому мы такие результаты имеем. То есть от выбора к выбору мы совершенствуем свою работу. В финале избирательной кампании 2013-го станут выборы в Бузулуке. Они состоятся 22 декабря. Неизменна установка партии войти в пятерку областей Приволжского федерального округа, которые на выборах покажут лучшие результаты. Население вас поддерживает, этим надо, безусловно, дорожить. Но это надо ценить. Это, наверное, тот кредит доверия, который мы вместе с вами должны сегодня оправдать. Яна Корчик, Виктор Горшенев. Наше время.